Большие победы начинаются с малого. В Иванове на этой неделе стартовали свои Олимпийские игры. Воспитанники детского сада номер 172 продемонстрируют физическую подготовку, смекалку, ну и, конечно, выносливость. Спортсмены эти еще совсем малыши. Вместе с родителями они будут участвовать в викторинах, игровых конкурсах и кукольных представлениях. Закончится Олимпийская неделя в пятницу масленичными гуляниями. Маленькие спортсмены будут есть блины и кататься на лошадях. У нас малые Олимпийские игры, в которых участвуют садовые дети. То есть это дети двух групп. Дошколята и старшая группа садика. У них свои определенные соревнования между собой. Заодно при этом еще смотрятся и дети, и их родители. Проводятся мастер-классы, связанные с взаимодействием родителей и детей в развитии физкультуры и спорта.